Чего? Димка, сними куртку. По какому поводу сегодня наш Дим пришел в кафе? Спасибо. По какому поводу наш Дима сегодня пришел в кафе? Это видео. А ты видео. У меня рождение Стаса. Сегодня день рождения у Стаса Семенова. Да? А что это за человек? Чего он добился в свои 21 год? Какие положительные или отрицательные качества? Ну, у него есть красивая девушка. Это зависть. Дмитрий Борисович, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы в свободное время занимаетесь? Не стоит. Давайте спросим блондинку. Неестественную. Нет, она у нас не блондинка в шоколаде, она у нас это... Какая-то... Шоколад. Нет, как эти другие теперь называются. По телеку тут показано. Баксовые блондинки, что ли? Кусок. Дай, пожалуйста, салфетку. Пожалуйста. Так. Дима у нас пьет спиртные напитки. Надо папе показать. Смотрите, какой взгляд. Настоящий грейпфрут. Да, это такая. Слушайте внимательно, это все от мазок.